Всем привет, с вами Коти, и это игра Ноу Про. Дальше играться. Продолжаем принять миссию своего телефона. Мне нужны твои услуги, чувак. Я только имел роман с моей женой, так что проблема в том, что я не особо думал это. Потому что тебе придется избавиться от видеозаписи с камер. Я отправлю тебе адрес по электронной почте, мне просто нужно сначала смыть кровь себя. Это звучит не очень хорошо, но долг зовет. Так. Зацени. Привет, сосед. Здесь я вам не надоел, мистер Кваски. Потому что знаете что? Мы с Тришей переезжаем вместе в квартиру рядом с вами. Может быть, теперь будет проще встречаться, общаться и просто разговаривать. Вы должны прийти к нам в гости. Спасибо. Так. Что ты думаешь? Овощи, да, что ли? Ремонт закрыт. Ну да ладно. Так, на вот. Сюда, да? Поехали сюда. Роман со смертью. Понятно. Эх, будет долгая ночь. Я не знаю, в какой момент это стало неприятно, но я помню, что в то время думал только о том, что, по крайней мере, это был не я, кого. Не, ну мы помним, он там позвонил, там кто-то пришел, кто-то всех перестрелял, что-то там выпил. Сейчас посмотрим. Поехали. Найдите путь. Так, она что-то складывается, да? Что, надо сюда таскать, что ли? Искать дела. Так. Так. Thank you.
включал воду. Черт возьми. Кровавая баня. Да? Вообще. Хорошая вилла.
Круто. Ключ от мастерской. Выкрыл спину от голову. И нет, уж туда тащить тут. Далеко. Пойдет. Нормально. Так. Вот, запустите какой-нибудь. Какой фоник ты? Легко, конечно, бежать каждый раз. Shot for the first time, managed to walk a few steps and fell into the water. I'm taking this up. It should be no all the meals. Так. That should open the main door. Вот и улик.
Мистер Кэс, могу я поговорить с вами? О чем? О вас и Бьянке Бреннер. Что вы пытаетесь? Я видел вас вчера ночью, даже сделал несколько фотографий. Но вашей жене их видеть не обязательно. Замолчи, не здесь, пойдем внутрь. Один роман слишком много. Первый этаж. Делайте все красиво и чисто. Так, нам тащиться надо. Как все это все сюда? Все подготовим. Сейчас как тогда собираем кое-что чего мусор. Падение не затем. Вероятнее, она даже не представляла, что кто-то идет за ее мужем.
Хорошие старые времена, но сейчас мне придется заниматься телом Дженнифер. Если бы ты когда-нибудь купил эти ножи, возможно, ты бы смог спасти свою семью. Да, вряд ли. Я объяснение ранения. Подошла, она вышла с ее. Принял ее поведение ее мужа. Приятно было не знакомиться.
все по порядку. Пыталась позвонить, но не успела. Стул, если, а вот. Еще один. Сейчас скидку поразбросал. Я. Is that the surveillance room? Это сообщение и очень хорошо сохранилось. А. Тебя что-то. Успел. Так, ну, до здорового образа жизни. Точно не очень.
Буду искать. Поставим. Сходим. Туда сходим, там посмотрим. О, еще. Здесь еще шкафчики. А, ну это надо. А два. Боже, его уже столько мучит. Так, нам нужна ведерка. Пригодится в город. Прогуляемся. Следы это ей легко верить, что это был глубок лично. Камарк. Что там увидел? Чё по два кучури. Yes. Totally worth it.
Конечно, стоит. О, почему ничего не сделать? Убить. Что значит второй этаж? Радостный нигилизм – это то, что делает всю эту поездку радостной. Твои опасения были оправданы. Папа и меломан и случайно разрушил всю семью. Ключ от прачечной.
Начинает это, что внизу, да? Точно. Ну, пошли сюда. Здравствуйте. Ставьте, играйте в FPS и получаете пулю в голову, вот это я понимаю. Interior design is my passion.
Он умер от этого. Игроки, будьте осторожны. Хотел рядом поставить, она все равно потом поставила. Случилось. Чего там получше? Конечно, сбиться. Сюда не хочешь. Правда, фак.
И опять отвернулся. Can't really call it a soft landing.
эти животы стоять по черепе таким образом. Широ типа си. Что-то новенькое сфотографируйте, спасибо. Серьезно? По 7 комнат пофотографировать. Поехали. Все, драйв, все, отмыли. О, ты еще все-таки где-то не нашел эти цифры. Все облазил. А, вот это все-таки надо.
Пойдет. Следующей серии, наверное. Милый, мы почти готовы. Еще нет, что-то не так. Ты пробовал выключить и включить его? Да, можешь попробовать сам. А, это странно. Обычно у меня работает. Боже, просто заткнись. Я попробую другой. Видишь, оно работает. Ты там закончил? Я не знаю. Почему хоть раз не может все пойти как надо? Очень хорошая, а мастер хреновый. Ну, на этом все. Всем спасибо. До новых встреч.